Так, тест более серьезной нагрузкой. 50-ваттная лампочка. Значит, вольтметр на выходе. 50-ваттная лампочка. Добавил два конденсатора, один на входе, на выходе. По совету Александра Спеллинга. Ну и были серьезные проблемы с эрками. Похоже, все-таки часть из них бракованная. Что, запускаем? Так, пошло работать. Значит, на выходе 13 и 5. Сейчас подымем немножко. 13,7 будем считать. Значит, лампочка горит, 50-ваттка. На входе 2,34 ампера, на выходе 3 ампера. То есть эффект есть. Эффект есть, и уже мы как бы на большем токе. Что произошло? Значит, уже не выдерживает мой этот преобразователь. То есть, как только нагрузка выше 2 ампер, получается, проседает входное напряжение, падает ниже 16 вольт. Ну и на выходе мы не можем тогда получить то, что нам нужно. Так, отличительная особенность этого всего, что при нагрузке, в принципе, в приличной, в 3 ампера, нагрева абсолютно никакого. То есть они вообще без охлаждения работают. Тише. Чуть-чуть теплые, ну градусов 27 может. При этом вот такая нагрузка на выходе нехилая. Здесь стандартно 38 килогерц и шим, не шим, точнее скважина 76%. Ну, вот так вот. Значит, для подтверждения того, что сигнал на выходе идеальный, значит, все работает стандартно, ток на входе, ток на выходе. Осциллограф. Значит, подключил через делитель, он там, он резисторы, потому что чтобы не спалить его. Подключаю на катушку. Вот. Где там? Вот рука моя. Подключаю на катушку. Смотрим на... Опа. Сигнал четкий. Закрытие, открытие. Вот. Сейчас разрешение еще поменяю. Вот он, сигнал. То есть... На выходе четкий сигнал открытие-закрытие. Для подтверждения сейчас я его воткну на вход. Но, естественно, там, ну, через делитель будет намного меньше показывать. Вот я подключаю на вход. И вот он что показывает. Маленькие скачки, да? Вот. Сейчас я сделаю это без делителя. Включу напрямую. Так. Вот, это на входе. То есть все четко совпадает.